Я, насколько я знаю, прокурор у нас тоже, против которого Сережа Стерненко выходил на прокурорский Майдан. Сейчас объясню, как это было. Прокурор, вот Сережа был там на прокурорском Майдане. Стоял, к нему подошел, и от людей к нему был вопрос, к тех самых серых там людей. Я говорю, что ты хочешь, Сереж? Умереть за Украину? Много денег? Или ты хочешь стать депутатом, Сережа? И он тогда ответил, я хочу быть как Белецкий. Вот он им стал, его, походу, услышали. Потому что у него есть свой гонор, там, да, у него есть свой проект. Поэтому глупо называть его просто блогером. И сейчас, после встречи с Ермаком, он прекрасно себя чувствует. Я так понимаю, у него есть зеленый, он поддерживает какие-то инициативы власти. Он не попадает туда. Ну, то есть он нашел свою нишу. Так произошло со всеми.